И одна из причин, почему так государство держится на смертную казнь, мне кажется, как бы для них служит оправдание, что они могут убивать своих граждан, как по суду, по закону, ныне действующему, так и не в рамках закона. Хочу напомнить, что в этой истории, не все мы, те, кто знают эти материалы, Сиваков, бывший министр внутренних дел, послал Павличенко специально к Алкаеву для того, чтобы тот разрешил ему присутствовать при публичной, то есть при проведении смертной казни в СИЗО на Володарке, чтобы сама процедура для исполнителя этих несудебных казней была известна. И для этих целей был именно взят расстрельный пистолет, которым расстреливали приговоренных исключительно в мере наказания. И этот именно пистолет был использован в те дни, когда случились исчезновения. Вот почему, мне кажется, психологически наш так называемый лидер нации так упорно держится за сохранение смертной казни и в законодательстве, и на практике.